Привет всем! Наконец-то ко мне доехал клеевый пистолет, и сегодня в видео будет обзор бюджетного клеевого пистолета. Я заказывала, конечно, другой, Джойс какой-то, да, а это ко мне пришел Баумастер. Так как у них не было в этом интернет-магазине наличия пистолета, который я заказывала, и мне пришел, судя по всему, совсем очень бюджетный вариант. Стоимость его где-то 95 гривен. На вид он как игрушечный. Но надеюсь, будет выполнять свои функции. Как же оно открывается тут. Так, сейчас попробую достать. Вот такой вот он, смотрите, вообще маленький. Игрушечный. Что входит в этот комплект? Что входит в этот комплект? Клеевый пистолет и еще два коротеньких стержня с клеевым пистолетом. Далее инструкция особой нету. Вот такой вот листочек бумаги, где написано, как разбирается этот клеевый пистолет. Ну, такие какие-то картинки. А с обратной стороны уже написано, как ним работать. Что нужно включить в сеть, подождать несколько минут, пока пистолет разогреется, а затем уже начинать с ним можно работать. Так, и когда закончил уже ним работать, то достаешь из розетки его. Ну, посмотрим. Сейчас я включу, пусть он разогревается, и посмотрим, на что он способен. Смотрите, есть вот такая вот еще здесь подставочка. В других более крепких и надежных клеевых пистолетов, не такой бюджетный вариант, там вот эта подставочка железная. Вот, а это такая хиленькая, не сломалась еще. Стоит он не очень так прочно, не уверена пока. Так, и что я еще заказала клеевому пистолету? Это, конечно, клеевые стержни. Да-да, а заказала я их аж целый килограмм, потому что планирую очень много работать с ними, делать разные изделия, подделки. То есть не только клеить что-то там по квартире, бегать, все склеивать в кучу, а естественно использовать его в хедмейке, да, и делать какие-то подделки, украшения. Такой вот очень легко гнется. Вообще очень гнется. Посмотрим, насколько он крепкий и вообще. В общем, вставляется это все сюда. Брала я клеевый пистолет на стержень 7 миллиметров. Есть на 11, у меня на 7. Вот. Скажу честно, я ни разу не работала с клеевым пистолетом. Это мой первый опыт. И сегодня я буду первый раз учиться пользоваться ним. Я смотрела много мастер-классов, подделок, вот, которые используются именно клеевые пистолеты. И настолько вдохновилась, что мне так захотелось. Я давно о нем, кстати, думала, давно о нем мечтала. Но все не решалось как-то купить. Я это в интернете залезла и увидела, что есть цены довольно-таки приемлемые. Не знаю, насколько долго будут служить такие пистолеты бюджетного варианта. Но очень захотелось попробовать. Аж чесались руки на это все дело. И решилась заказать. Поэтому буду сегодня пользоваться первый раз. Вот даже выбрала рисунок, который я хочу повторить с помощью клеевого пистолета, да, сделать такой орнамент дерева жизни. Вот, с помощью клеевого пистолета. Должно примерно пройти где-то 2
Это 5 минут, когда нагреется у нас клей и пустит первую каплю. Что подождем. Вот, ребята, уже пошла первая капля. Ой, давайте же будем пробовать. Это же интересно. Ой. Что-то, ребята, короче, приклеилось оно очень намертво. В общем, фиксация клея, можно сказать, очень хорошая. Да. Так, все с этим понятно. Ну, это я потом сдеру. Но вообще, похоже на то, что я пыталась изобразить. Вот такое древо жизни у меня получилось. Это все обрежу бомажульку и, может, доведу его до ума потом. В общем, мой совет: если вы делаете вот так вот, перебиваете рисунок, да, как пыталась это сделать я, обязательно чем-то смазывайте поверхность кальки или поверхность, на которой вы будете наносить клей горячий, потому что прилипнет. Если делаете на стекле, я думаю, там проще, но все равно на всякий случай лучше смазать, и тогда оно быстрее будет отдираться. Иначе вот такая вот беда. Но вот это я буду все равно сдирать, доведу это дерево до ума. И в дальнейших видео вам покажу, что с ним произошло. Вот такой вот мой первый опыт, первое знакомство мое с этим клеем. Если вам это было видео полезным, понравилось, напишите мне обязательно. Такой вот был мой первый опыт и знакомство с клеевым пистолетом. Надеюсь, дальше будет намного лучше.